Всем привет, дорогие друзья, Вован на связи. В общем-то, продолжаем в BMNG проходить эту кампанию. Где там вам показывал спуск там с горы большой. Там, в общем, оказывается, дальше что-то еще есть. Сейчас драк должен быть, по-моему. Или я уже прошел драк? Да, прошел. Че? А, короче, ладно, давай, ну. А, все, давай. 3, 2, 1, поехали, давай, у нас есть 35 секунд еще. Ну, да я сейчас вырулю, как настоящий Ванус. Да, я свет включу, вау, нифига себе. Ну, так красиво. Давай, должен дальше, короче, пролететь очень далеко, чтобы нам дали там очки за дальность. Но он летит, смотри, боком, ну, то есть все нормально, как надо. Но мне бы еще подальше. А, типа все, да, хватит. Ну, разбился он не сильно, я могу сказать. Одно это точно. Повреждение 285 из 300. Ну, короче, зато первое место. Чего пушкой стрелять из нее? Ну, понятно. Солид, машина. Ну, ладно. Давай. Это сейчас драк загружается. Точно драк должен загружаться. Я проходил, когда второй был драк. И у него сейчас должен взорваться двигатель. Ну, давай, ну, чё ты? Автомат, все дела. Да, у него сейчас должен двигатель взорваться. Вот, точно, смотри. Смотри, он горит он уже горит. В смысле, он у меня взорвался тогда? О. О, стой. Все, мы выиграли. Стой, ну пожалуйста, затормози, ну не надо, не врезайся только. Ну нормально. Повреждение, второе место. Ну пофиг. Фиолету ощена. Ручной тормоз — это быстрый и опасный способ прохождения поворотов. Быстрый и опасный как-то, ну не совсем, да, типа быстрый, значит, и все, приехали. Ой, а что тут делать? А, мост, бридж. Мы должны, значит, по мосту проехать, да? Ну, давай. В общем, надо не разбиться, так полагаю. Но он нормально все. Понятно. Здорово, ага, класс. В общем, надо, наверное, спокойно. Давай еще... Два или три раза попробуем быстро. Успех? В смысле успех? А давай... А я не понял, а чё, почему успех? Типа потому что я проехал 59% моста, поэтому мне дали 590 очков. Или чё? Стой. Я прошел! Ну я врезался, но я прошел. Но... Да, 1000 из 1000, первое место. Вот так вот надо. Сизый дым из выхлопной трубы указывает на горение масла, что означает повреждение поршневого кольца. Естественно, ребята, естественно. А тут что? Клифф Рэм. Угу. Надо, короче, долбануть по этой машине. Я понял. Ну давай, с 4. Угу. Ну давай. В жопу. Ударим. Она полегче будет. А, и мы сами вылетели, да? Ну, ничего, нормально. Ну, самое главное, это красиво. Это выглядит очень красиво. Так. Угу. Переднего бампера нет, у меня колес нет. А красная машина-то где? Я-то понятно, я улетел, а красная машина где? Да-да, вот там. Которая еще драговая бывает. На. Ну, зато у меня топливный бак не взорвался. Колеса он летает, кстати, нормально, защита он. Окей. Повреждение на третье место. Давай еще раз попробуем. Я хочу на первый, как бы. Давай. 6000 оборотов тогда.
Аж такая пирушка пошла. Ну давай что, до сотки разгонимся. Ну на... Ну он должен отлететь, почему он там не вылетел нормально? Плюс 500 дестрой. Мне что, ничего вообще не дали за это? Я он у него рам погнул. Я вижу. Ну. Ну нет, он та сильно погнута. Скажи правду, у нас вот этот вот не сильно погнутый. Как его зовут? Фургончик вот этот. Хотя я не знаю, у него вообще вся геометрия поведена. Как он может быть не сильно погнутый? Ну чё? Ну чё, долго ждать? Ну, брат. Салам алейк. О, второе место. Ну ладно, второе место нормально. Для приятности для повторства на длинной дистанции используйте приложение круиз-контроль. Оно поддерживает все автомобили. Оно, наверное, поддерживается во всех автомобилях. Подвеска, да? Амортизация. Jump, land, pass, jump, stay. Короче, надо попасть в ту штуку. Я понял. Вау. В смысле, а почему камера отсюда? Типа, чтобы красиво было? Понятно. Здорово. Угу. Ну, вообще-то, если я перепрыгну и встану на колеса, то можно ехать дальше. Ну, все нормально. Я так ожидал, что так и будет. Бум! По-моему, оно его вообще не снесло на повреждение, время. Чё, первое место? Просто первое место. Серьезно, вау. Здорово. Кстати, ребят, спасибо вам за комментарии, за лайки к видосам. То, что вы ставите. Это очень греет мне душу, заставляет меня снимать почаще. И заставляет... Ой, какое-то пушечное ядро. И заставляет меня... Это... Как его... В район ездить почаще, чтобы там видео быстрее записывались. Вот еще я могу записать 2 или 3 минуты видео. Давай старт. Нет, я понимаю, а как мне попасть-то? Там Е. Я понял. Запусти мне только. Как стрелять-то? О! Так, а чё, а почему заново-то включается, не пойму. Г, Б. Смотри, Н. Г, Ф. Д, Q. В. У. Т. Л, О, Е. Вы промахнулись. Понятно. Здорово. Ладно, давай другой. Это потом пройду. Сейчас надо управление настраивать. Ну, короче, не до этого. Последнее, посмотрим, что тут. Ну, такси, кстати, интересно вообще-то. Чё-чё, а очень интересно. Крау... А, в общем, забраться надо будет. Ну, сейчас... Я попробую. Угу, угу. Блин, тут вообще далеко. Ну давай быстрее. У меня время. Да, я лучше вот так вот. Да ты ненормальный, отдай мне камеру мою. Мне нравится камера, которую ты игра предлагаешь. Да что? Ах, кошмар. Не, ну серьезно, я не могу вот так. Вот он глупость какую-то. Прям. Ну, смотри, сейчас я залечу. Какого? А, все, прошел? Вау. Давай далее. Быстренько, быстренько, последний. Видос уже минут 10 идет. Давай последний, последний, последний. Быстренько, 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 быстренько.
Быстренько. Посмотрим, что там. Посмотрим, посмотрим. Давай, давай. Давай. Ну, ну, быстрее. Быстрее. Даунхилл какой-то. А, типа спуск. Ну, посмотрим, что это такое. Надо спуститься просто. А, все плохо, да? Ай, другую сторону поворачивай. Ой, по-моему, с проблемой. Ну, собственно, ладно. С кем не бывает. Ладно, всем удачи, всем пока-пока, друзья. Ждите новых видосов, еще сегодня КС-ка выйдет. Я не знаю, первая она выйдет, любимка. Вот такие дела. Всем удачи, всем пока-пока.